Ну что, друзья, очередной ялик. Поехали. Итак, кто догадается, что это за приспособа? Подскажу. Это вкручивается в дерево. И у нас уже есть крепеж, которому можно растянуть веревку. Используется на рыбалке для того, чтобы натянуть теневую сетку, чтобы сделать крутой сектор у себя. В общем, для лагеря на рыбалке. А это у нас, дольше всего это ждал. Опа! Как вам чехольчик? Опа! Опа! Что, друзья? Огонь? Вот это я прям именно хотел себе. Куда ж без Нэша. И вот такое сердцебиение. Пока межсезонье, то хоть карповый дизайн устроим себе. Как-то так. Друзья, по 70 гривен чехлы. Ну, как бы, сами понимаете.